Хо-хо-хо! Вот кто заглянул ко мне в гости. Евочка, Клоечка, здравствуйте, рад вас видеть. А я вот сижу, почту разбираю. Может быть, здесь есть и ваши письма? Для своих писем я вот такие большие конверты изготовил. И открытки красочные, и календари, и похвальные грамоты. Дети присылают мне рисунки, пишут, о каких подарках они мечтают, рассказывают о своих успехах, а вот фотографии не шлют и правильно делают. Ведь для фотографии у меня есть специальный волшебный прибор. Сейчас посмотрю, что он мне про вас покажет. Да где же фотоскоп? Только что был на столе. Леопольд, ты не видел? Леопольд исчез. И селфи убежала. Значит, это их лап дело. И куда же они фотоскоп понесли? Ха-ха-ха, понял. Своим знакомым белкам показывать. Вот ведь хвостунишки. Хочешь, не хочешь, а нужно отправляться в беличий домик. Здравствуйте, белки. Вижу, вы здесь неплохо устроились. Даже елочку нарядили. А печурка у вас какая славная. Если лапки на снегу замерзнут, можно прибежать и погреться. Ох, как же здесь уютно. Не зря Леопольд и селфи сюда каждый день наведываются. Кстати, шерстяные разбойники, где фотоскоп, который вы утащили? Что ж, видно, придется мне искать самому. Так, здесь его нет. Здесь тоже. Нигде фотоскопа не видно. А, да, вот же он, под хитрым котом. Придется отдать, Лео. У тебя с фотоскопом все равно ничего бы не вышло. В кошачьих лапах он не работает. Лео, селфи, не волнуйтесь. Я вам все обязательно покажу, только попозже. Так, настроим резкость. Готово. Замечательные у вас были каникулы. Это ваш питомец? Очень милый. Какая прекрасная компания. Ух, это был особенный день, не правда ли? Такие яркие мгновения запоминаются надолго. Замечательная фотография. Кто сделал такой удачный снимок? Да чего же приятно делать то, что хочешь. Вижу, вы любите путешествовать. Вас здесь просто не узнать. Вы так подросли. А сейчас из маленького домика вернемся в большой дом. Раз уж мы оказались во дворе, давайте на минутку заглянем в мой зимний сад. В этом году у меня здесь не только звери и птицы, но и цветы.
Целый год я над ними работал в своей мастерской. Настоящим цветам в моем царстве слишком холодно, а ледяным в самый раз. Жаль только, что они не пахнут. А теперь в дом, и для начала заглянем в подарочный зал. Работа здесь не прекращается ни на минуту, ведь дети должны получить свои подарки в срок. А для этого всем механизмам в подарочном зале нужно действовать слаженно и четко. Интересно, как справляется со своей задачей мой новый железный помощник? Что ж, довольно ловко. А теперь самое время узнать, заслуживаете ли вы мои подарки. Квадроша? Квадрон X-15 прибыл. Введите информацию. Задание понял. Выполняю. Квадроша появился у меня совсем недавно. И он здорово мне помогает. Сейчас он полетел за книгой, в которой записаны все ваши поступки за этот год. Так, отлично. Отнеси и поставь эту книгу в сколькометр, пожалуйста. Спасибо, Квадроша. Подожди здесь. Потом отнесешь книгу на место. Мой волшебный прибор под названием сколькометр может очень точно определить, кто вел себя хорошо в уходящем году, а кто не очень. Если все хорошо, на экране появится зеленая цифра. Если плохо – красные. А желтая цифра означает средний результат. Ну что, приступим к проверке? Евочка! Тебе уже 8 лет. Итак, проверяем твое поведение. Зеленая десятка. Превосходный результат. Лучше просто не бывает. А теперь мы проверим твою успеваемость. Посмотрим, каких отметок у тебя было больше, хороших или плохих. Цифра 10 зеленого цвета. Превосходный результат. Ни одной плохой отметки. И кто у нас следующий? Клоечка. Тебе исполнилось 5 лет. Сейчас мы проверим твое поведение в уходящем году. Зеленая девятка. Это просто замечательно. Я очень горжусь тобой. Переходим к успеваемости. Зеленая девятка. Вижу, ты отлично учишься. Как тебе удается получать столько хороших отметок? Что ж, с проверкой мы закончили. А теперь поднимемся на чердак. Хочу вам кое-что показать. Я частенько захожу сюда, чтобы вспомнить старые добрые времена. На этой машинке я когда-то печатал свои письма, а на этой однажды даже попробовал шить. Вот волшебное зеркало и
старинный сколькометр. Я использовал его в прошлом году, когда мой новый сколькометр вышел из строя. А здесь уголок старых елочных украшений и поздравительных открыток. В следующем году размещу все это в отдельной комнате. Будет маленький музей. Ну а сейчас сюрприз. Ваша личная елочная игрушка. Сначала страна, в которой вы живете. США. А на другой стороне ваша фотография. Красиво получилось, правда? Обязательно повешу эту игрушку на свою главную елку. А теперь еще один сюрприз. Праздничное северное сияние. Евочка, Клоечка, поздравляю вас с чудесными зимними праздниками и желаю много радости и веселья в наступающем году. До новой встречи,